Андрей Ламов – это самый титулованный ориентировщик Череповца и Вологодской области. На протяжении нескольких лет он один из лидеров сборной России. Хотя и был непростой период в карьере, когда многое не получалось. Но теперь снова удалось вернуться на вершину мирового спортивного ориентирования. Были такие два сезона, такие не самые лучшие, можно сказать, экспериментальные в каком-то роде. Поменял вот после этого марку лыж, разобрался со здоровьем, поменяли немного методику подготовки. И вот два сезона у меня прошли на ура, можно сказать. В этом сезоне Андрей блестяще выступил на чемпионате мира в Норвегии. Среди элитных спортсменов Ламов завоевал сразу две медали в индивидуальных видах программы – золото в спринте и серебро в дисциплине лонг. А также стал чемпионом мира в смешанной спринтерской эстафете, а затем и в мужской эстафете. А в Череповце давно и успешно работает отделение спортивного ориентирования в спортивной школе номер 4. Дети с удовольствием занимаются, и признанному чемпиону подрастает уже неплохая смена. У нас хорошие девочки подрастают. У нас есть Люба Баландина, которая уже в этом году стала чемпионкой мира среди юниоров в эстафете. И серебро заработала на длинной дистанции. Вот в Норвегии тоже был у них. Еще девочки есть. На спартакиаде вот сейчас девочки у нас выиграли эстафету. Финал спартакиады был школьников. Девочки хорошие есть. Сегодня Андрей получил еще одну награду. Благодарственное письмо от мэра Череповца. На крупнейших мировых соревнованиях он отстаивает честь не только России, но и своего родного города.